Привет. Где у нас тут главный гонщик? Гонщик. Главный гонщик, помахай рукой. Ну, рассказывай. Это у нас Никита. Итак, он у нас катался... 3 дня ты у нас катался, правильно? Значит, начинал ты у нас с плуга, верно? Ну, начинал он даже на одной ноге кататься. Ну, в смысле, учили его. Ну, да. Учили его на самокате, правильно? Это да. Потом, значит, с плуга. Потом, значит, такие как бы зелененькие, правильно? И сегодня у нас... Где ездил? Вот у нас папа там сзади ехал. Ну? А, папа где? Папа? Расскажи, ты там бугры ты ехал? Большие бугры? Нет. Ну хорошо, давай побольше опишем. Там уклон большой? Хорошо, а бугры какие? Такой высоты? Ну, какой покажи? Ну вот, видишь. Большие, большие. Бугры, хорошо, ну где-то уклон. Такие бугры, да. Точно, где-то примерно наполовину, да. Его роста примерно там были бугры. Это да, самое, наверху, это... там, когда с Хоберга идешь, там это самое, вот те бугры я имею в виду. Да, и нет, там, это... там в двух местах эти самые бугры. Хорошо, а дальше, насколько он, вот когда уже сейчас там ехали? Не, на самом деле это, конечно, фантастика, потому что он... Он едет с уколом, правильно? Да, он едет с уколом. И он знает, что он делает, и он едет уверенно. Он не боится высоты, он не боится уклона, он не боится... Скорость какая при этом всего происходящего? Скорость, ну, такая, какую он может сделать. Он, непонятно, что он не мастер. Быстрее просто не едет, скажем так, на самом деле. Сам, ну, то есть, быстро скорость. Ну, да, он, и не надо быстрее. Быстрее это уже, если уже отталкиваться от лыжи, как бы, да, совсем уж. Да, это со временем. Хорошо, а какие там уклоны, там вот лед, как он там, с бугра на бугор, вот это вот как у них? С буграми на льду он очень хорошо управляется. Вот он знает, что, где нужно повернуть, он ищет вот этот лед, потом следующий бугор снега, он ищет, откуда отталкивается. Он знает, то есть направление, куда ехать, где оттолкнуться, где повернуться. Угу. Хорошо. Ясно, даже лыжи у него расстегиваются от скоростной езды, бывает. Лыжи расстегиваются, да, ну потому что уже... как бегинер, да. Его настроили крепление. Угу. Вот, поэтому... Окей, хорошо. А что мама скажет? Маме понравился он тоже? Маме очень понравилось. Маме все нравилось. Вот это вот, когда с Хобергбана, вот когда вот сейчас вот этот подъемник туда приезжает наверх, правильно, так? Угу. Он вниз, и потом так, там есть такой чуть-чуть вниз, а потом совсем вниз так. Склон. Большой уклон такой. Да. Абсолютно черный. Да. Вот этот кусок черный, абсолютно черный, 100%, правильно ведь, да? Однозначно. И как он там ехал? Уверенно, красиво. Ну, ну как он ехал? Он через укол ехал, да, или, зачем? Или он... Он вот этот вот делал зигзаг. Ну правильно, да, но через, да, укол, правильно? Он не ехал так, растопырив ноги, не, так не, вот. Не, не, не. А ехал... что такое укол? Ну, укол палкой. Он не плугом ехал, он не плугом ехал, а ехал нормально, то есть... Как положено. Почти карлик. Типа карлик, да, ну резан он ехал. Да. А тебе понравилось? Тебе понравилось, да? Окей, хорошо, ясно. Ну, обогнал на самом же деле, правильно ведь? Однозначно. Так и было. Хорошо, ясно. Давай, молодец. Молодец, гонщик. Гонщик. Спасибо. Спасибо, тренеру. Спасибо, да. Спасибо. Успехов. Давай, самое главное, это держи руль. Тот самый, понимаешь меня? Форвард, жесткие уколы все должны быть. Помнишь, да? Колени должны к суставам подъезжать. Помнишь, к локтям и все эти моменты. По целям правильно работаешь, абсолютно. То есть, вот прям видно со стороны, что он понимает, да, конкретно, куда он собирается ехать, правильно? Да. И он туда начинает газовать, жарить, как говорят, да, правильно? Не так, что он там типа потерялся на горе. Нет, вот прямо вот прет и все, правильно? Да. Потом, если вдруг упал, берешь его, ставишь на лыжи, и он опять попер туда вниз, правильно? Хорошо, молодец. Ну, пока.